Вчера поздно вечером завершились ключевые матчи в рамках закрытого квалификационного тура на чемпионат мира DreamHack Winter, призовой фонд которого составляет $250,000. В отборочном этапе принимали участие одни из лучших европейских команд, среди которых присутствовали и два представителя СНГ – HellRaisers и Dutt Team. Кирилл Карасев и Андрей Городецкий пытались обеспечить своим командам правильное построение игры и пройти на главное событие сезона в мире соревновательного Counter-Strike. Однако сделать это, к большому сожалению, не удалось. Оба состава проиграли важные для себя матчи и лишились практически всех шансов попасть на турнир. Dutt Team моментально сложили оружие и мышки уже в первом туре. Игра против команды MyXMG из Дании не пошла, и даже несмотря на одну выигранную карту, Dutt не смогли довести матч до победы и проиграли 1-2. А вот что касается амбиций на победу команды HellRaisers, то их пыл остудили не самые серьезные игроки. По мнению зрителей и фанатов команды, состав Penta, который представляет Германию, не должен был стать преградой на пути к заветной путевке в Швецию. Однако на деле все оказалось совсем наоборот. Ангелы компании уже на первой карте испытали большие трудности и неудобства соперника. Дополнительные раунды на карте The Dust 2 не привели ни к чему хорошему. Борьба, напряженные моменты и 17-21. Победа Пенты. Второй картой стал уже, можно сказать, знаменитый The Catch. Эта карта очень часто удивляет зрителей своим разнообразием тактических приемов. Несмотря на всю уверенность HellRaisers в своих силах, немцы не сбавляли оборотов. Ну а первая выигранная карта послужила отличным трамплином для победы на второй. 16-12, Penta выходит из этого матча победителем. Сегодня у команды HellRaisers будет последний шанс пробиться в мейн-эвент зимней Dream серии. Старт матчей в 21:00 по московскому времени. А тем временем 100% пребывание на финалах в качестве участников обеспечили себе очередные профессиональные игроки, но уже за океанского мира CSGO. iBuyPower выиграли первую американскую квоту на DreamHack Winter 2014 года. В финале квалификации они переиграли команду Netcode Guide со счетом 2-1 по картам. Проиграв сначала с разгромным счетом 5-16 карту The Catch, они смогли собраться и раскатать противников со счетами 16-11 на карте The Nuke и 16-5 на втором дасте. Это уже вторая американская команда, которая получила слот на DreamHack Winter. Стоит отметить, что команде Cloud9 организаторы дали уже прямой слот на финал. Напоминаем, дорогие друзья, что организатором всех онлайн-квалификаций DreamHack Winter является онлайн-платформа Faceit. Финал турнира пройдет с 27 по 29 ноября 2014 года, в котором 16 лучших коллективов со всего мира сразятся за призовой фонд в $250,000. На фоне громких результатов квалификационных туров на главное событие конца 2014 года в мире CSGO продолжается плей-офф стадия онлайн-лиги Frogbite Masters. Третий сезон ивента стал очень интересным, а команды продолжают сражаться на просторах интернета, пытаясь пройти как можно дальше и побороться за денежные призы. Так, команда из Дании Team Dignitas переиграла польских профессионалов из Virtus.pro 2-1 по картам. При этом первую карту The Overpass датчане с грохотом проиграли 6-16, но последующие две Dignitas смогли выиграть с не менее громкими счетами. На карте The Mirage датские игроки позволили Virtus.pro выиграть только 7 раундов, а на The Inferno 9. В нижней сетке плей-оффа шведы НИП после неудачного выступления на старте основной стадии турнира смогли получить первую победу над непростым соперником из Франции. Несмотря на сухой счет по картам 2-0, шведы ощутили очень сильное давление со стороны соперника на The Catch. НИП смогли вырвать победу только в дополнительных раундах 19-17. Ну а The Inferno закончилась относительно быстро, 16-7. Таким образом, Форест и компания проходят дальше и ждут очередного соперника по турнирной таблице.
На протяжении нескольких лет World of Tanks воспринималась в первую очередь как онлайн-игра, в которой можно покататься на самых разных танках времен Второй мировой. От легендарных машин, выпускавшихся десятками тысяч единиц и прошедших всю войну, до опытных образцов, которые в реальной жизни ни разу не покидали полигона или вообще существовали лишь в виде чертежей. Но недавно эта идея начала исчерпывать себя, свободных танков Второй мировой уже практически не осталось, а браться за другие временные отрезки разработчики пока не решаются. Вместо этого Wargaming активно экспериментирует с новыми режимами, которые могут заметно разнообразить игру. Укрепрайон — это база, которую может построить любой клан, на ней размещаются здания, которые дают игрокам клана определенные бонусы, например, на определенное время увеличивает количество серебра, зарабатываемое в боях. Укрепрайон можно прокачивать, получая доступ ко все более серьезным бонусам. Для этого нужен специальный ресурс, который зарабатывается в вылазках, случайных боях с другими кланами, владеющими укрепрайонами. На сегодняшний день в World of Tanks есть два режима для клановых боев, оба интересные и оригинальные, но ни один не доведен до ума. Тем не менее, не может не радовать, что наконец-то, пусть и с опозданием в 3 года, Wargaming сумели предоставить нормальный клановый геймплей не только игрокам высшей лиги, но и всем, кто этого хотел. Так что если вы думали о том, чтобы попробовать поиграть в команде, сейчас самое время. Для начала можно создать клан и потренироваться в режиме укрепрайонов, а уже потом отправиться на глобальную карту, где ждут самые опытные соперники. Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, всем пока.